здесь? Что? Смотри, выбраться или не отпусти? Тут темно. Но у меня есть конкуренты, пиццерия Фредди. Давай, иди сюда. Иди сюда, ближе к Пеннивайзу. Попалась! Это что такое, фотки? Ничего не понимаю! Мышеловка! Моя моська! Моя красивая моська! А, теперь ты не страшный клоун, а ржачный клоун! Всем привет, импринтанули настоящего Пеннивайза! А завтра будет праздник на настоящем сиреноголовом! Не пропускай мои видео, подпишись! Ты же не такой лузер, как этот клоун! Ха-ха! Я тебе покажу ржачного клоуна! Ну все, попалась! Мальчик мой, привет! Ты меня идешь встречать? Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне! А, собака! Ты мой мальчик, ты мой хороший мальчик. Ты куда? Уйди, козик! Уйди! Кэш, кэш, кэш! А ты что делаешь? Пипи! Ну все, Киба, идем домой! Идем, 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 идем! Ребят, спорим, что Кимми поставит лайк быстрее, чем вы, а? Давайте на счет три приготовьте свои ручки. Раз, два, три! Отдай вам! Ого, да вы быстрее Кимми! Хотя его скорость бега больше 30 км в час. Ладно, пошли домой, Кимми. Сходи. Тьфу, тьфу! Ну все, ты разозлила страшного клоуна еще больше! Выйдет и сразу ее поймаю. Привет, Яна. Привет, Яна. Чего сегодня такая вежливая, мелкая? Настроение просто хорошее. Кого это еще там принесло? Попалась. Ну все, не сбежишь. Фига себе, ты тяжелая. А, с виду такая мелкая. Да не дергайся ты, не дергайся ты. О, так-то лучше. Диан, кто там был? Диан! И дверь открыта. Телефон Дианы? Она не могла его тут оставить. Посмотри по камерам, что было. Это значит, Пеннивайз похитил мою приемную сестру. Это же... Совсем одна, без старшей сестры. Из меня теперь никто не будет заступаться. А кто будет мне петь ужасные убаюкивающие песни перед сном? Черт! Диану похитили! Страшно, детка! Страшно, надо подставить! Он точно поможет! Папа, Диана пропала, ее надо найти. Понял. Считай, она уже здесь. Давай, папа, действуй! Это не меня! Вот, нашел! Все. Папа, ты кого привел? Диана, твоя старшая приемная дочь. Ну это что, не пойдет? Похоже вроде. Это не Диана. А что у нас постоянно тусит? Это ее парень, Макс. Ой, как все сложно. Настя, давай без меня. Мы так ее убьем. Да. Че, Диана пропала? Да. Круто. Ой, ну, в смысле, плохо, наверное.
Если я ее спасу, она меня поцелует и не один раз. Ты в курсе, что я все слышу? Ставьте лайк, чтобы Диана меня поцеловала. Да, придется делать все самой. Надо найти секретную комнату Пеннивайза, ведь там он держит мою сестру. Но мы не знаем, где секретная комната. Ведь она секретная. Спасибо. В общем, чтобы найти секретную комнату Пеннивайза, надо найти того, кто его знает. Это было на месте похищения моей сестры. Злой мороженчик? Да, правильно. Злой мороженчик знает, где он. Вот он. О, приветик, мои сладкоежки. Хотите мороженого? Спасибо, знаешь, чего делают это мороженое? Не особо хочется. А? Зато тут все натурально. Вкусно, а можно со вкусом колы? Конечно! Мэти, попей колы! Любимое мороженое, ребята, пишите в комментариях. Злой мороженщик обязательно прочитает и сделает такое же мороженое. Вы же знакомы с Пеннивайзом? Да, мы с ним хорошие друзья. Каждый день покупает по 10 килограмм мороженого. А ты знаешь, где он живет? Знаю, и тебе не скажу. Друзья не сдают друга. Он похитил мою сестру. Ничем не могу помочь. Он каждый день кого-то похищает. Я что, должен всем что-то говорить? Ну, пожалуйста. Нет. Но если ты мне поможешь, тогда я скажу, где живет. Что он делает? Я решил расширять бизнес и хочу открыть пиццерию. И тогда я буду злой пиццамен. Но у меня есть конкуренты. Пиццерия Фредди. Ты мне добудешь секретный рецепт их пиццы, а я тебе карту, где живет Пеннивайз. Вот она. Хорошо, я добуду тебе рецепт. Пошли, Макс. Ну, сейчас мороженое так наберутся в дорожку. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-чик-чирик-чирик. Канарья! Яйца закончились! Чика, будешь чипсы? Отлично! Ого! Ай, вафли горелые! Это же пицца курица с грибами! А курицы нету? Не-не-не, просто не смотри. Ну кусочек, иди сюда. Эй, а ну отдай. Так. Ням-ням-ням, чик-чик-чик, а? Нет. Ай, моя нога. У нас посетители, Чика, быстро давай в пиццу. Полезай. А можно нам одну пиццу на вылет? Конечно, сейчас. Это же гениально, мы просто им принесем им пиццу. Какая это тупость! Как я узнаю, какой там соус? Ну попробуй, это уже не мои проблемы. Мне нужен рецепт! Без него карту не дам! Тухлый план Б. Эй! Сами такие, поняли? Ничего не тухлые! Тут темно и страшно, еще игрушки какие-то жуткие. Чердаки пиццерии Фредди. Пока никого нет, мы украдем рецепт. А как же сигнализация? Главное не трогать лазером. Давай, крепче веревку держи. Держи ровнее. Да держу, держу. Че, вылупился? Давай немного любви. Ага.
Максим, давай быстрее! Все, я взяла рецепт! Аккуратно, я сейчас ванну залезу! Тихо, перестань! Тащи меня наверх, ну же, тащи! Едьте, давай рецепт! Погоди, тут что-то есть. О, спички. Походу, этот чувак жрет все в подряд. А это что такое? Ай! Ой, кажется, я что-то поджег. Ай, чувствую, что в дыму. Надо бежать, пока у него не сварение желудка. Да, согласна, надо бежать. Вот. Ух ты! Секретный ингредиент! Карту гони. Бегом! Да-да-да-да, вот-вот, держи! Надо добавить каплю. Слушайте, девушка, может вам домой уже пора? Не, я не могу. Почему? Я чё, как дура, с одной накрашенной ногой поеду, а с другой нет, делай давай. Всё, надоело. Я страшный клоун. Я король страха. Ты меня будешь бояться. Это мне надоело. Я тебе, знаешь, сейчас какой шоколад могу дать, я старшая сестра, улетишь на Марс. Понял? Понял. А вам с блёстками или без? Блёстками. Можешь аккуратнее, а? Ну, делай быстрее, ну, что ты как... Слушай, ты хотел меня спасти? Вот, на карту. Держи, поцелуй, тебя ждут. Ой, я это слушаю, да... Ой, телефон звонит. Алло, да, мам, мама. Ага, домой. Стоп. Я чувствую своего парня. Такой сестрой тебе ни один монстр не страшен. Ага, нам пора уходить, а пока она не хочу, я могу уже. Уходим, причем быстро. Смотри, там грязь, помажемся, чтобы сбить след. Что? Бежать, бежать, да-да-да, бежать, бежать. Ты знаешь, Пеннивайз похитил мою приемную сестру. Где? Все, надоело. О, блин, гос... А, ты её, его? Да, прикольно? Да, прикольно учёт. Слушай, это тварь меня зажила! Это ты? Ну, чё ты так... Слушай, это тварь... Ну, подожди. Пиццерию, тогда я буду... Вот, пиццебен! Домой пойдёшь. Это же гениально, мы просто им принесем им пиццу. Что вы сказали? Что так громко-то? Отпи... И пошли. Чтобы храбрый всю